На 5-м километре трассы, соединяющей Шабровскую нефтебазу с дорогой Сулимовский торфяник Большое Сидельниково, ну, короче, неподалеку от нефтебазы, в половине 9 часа вечера приключился неравный и при этом смертельный бой. 26-летний пилот Hyundai, ехавший с работы, пристегнутый, с нулем в графе НПДД и стажем руления 8 лет, ну, то есть с максимально возможным в его возрасте, по какой-то неведомой причине выехал на чужую, и Hyundai залетел правым боком под первый встречный самосвал Scania с кузовом породы Tonar. Массы ТСов оказались слишком разными, и виновник замеса, несмотря на то, что удар пришелся не в водительскую сторону, погиб на месте в куче развороченного металлолома, в которую превратился Hyundai. Рулевой Scania, взиравший на этот таран свысока, здоровьем не повредился. Гаишники по итогам призывают соблюдать ПДД. Да, они это каждый день делают. Но при этом каждый божий день люди убиваются на дорогах.